вот и я. Наша пташка нежно чирикает в своем загончике. По крайней мере, для меня это очень нежно. Вообще-то я металлист. Металл плавишь? Кузнец, что ли? Нет, я имел в виду... Ладно, проехали. Я добыл тебе самку вентилопы. Хвала йодам! Спасибо. Начну готовиться. Самцы уже, наверное, кружат над деревней. Вентилопы вернут жизнь Саппе. Что нужно, чтобы приручить эту кукушку переростка? Вся суть в движениях. Не нарадуюсь тому, что в юности учился танцам в Кизааре. Как тут наша девочка? Цветет и пахнет. Не понимаю, что ты хочешь сказать, но она уже производит вентилопий жир. Скорое дело. Что ты можешь мне рассказать про вентилопий жир? Его производят самки. Во время брачного периода его чуют самцы вентилоп и прилетают на запах. Поищи в гнездах вентилоп или в загоне, где у самки течка. Что-то там найдешь. Насколько легко обнаружить гнездо вентилоп? Да, их хорошо видно. Несколько ты найдешь около саппы. Но если тебе нужен вентилопий жир, загляни в загон, когда самка внутри. Сейчас брачный сезон, может, тебе повезет. Ладно, увидимся.
доволен, что Юнаир вернулся? Я уже начал волноваться. Спасибо тебе за помощь. Надеюсь, он быстро оправится. У нас с ним полно работы. Юнаир может наприручать новых вентилоп и обучить их сбрасывать бомбы. Но самих бомб у меня по-прежнему нет. Ты говорил, что можешь что-нибудь посоветовать. До того, как я изобрел весло, я размышлял о рыбной ловле при помощи взрывчатки. Молчи, я сам догадаюсь. Идея не бабахнула? Это была катастрофа. Но те же бомбы могут причинить серьезные разрушения, если бросать их во врагов, а не в рыбу. Где нам раздобыть такие бомбы? Материалы для бомб не так легко найти, но свои я брал у горняков в Десане. Я отправлюсь в Десан и поспрашиваю там. К кому мне лучше обратиться на месте? Не знаю, жив ли он еще. Я его не видел с тех пор, как захватчики взяли Десан. Но мне взрывчатку продавал талант по имени Бром. Бром. Я запомню. Он, как и я, был инженером. Его увлекали горные работы, а меня рыбалка. Но мы говорили на одном языке. Теперь он, наверное, в рабстве. Ужас, во что захватчики превратили Десан. Как только мы сделаем из ваших вентилоп бомбовозы, пришельцы нам за все ответят. Жду не дождусь. Где мне найти вентилопий жир? Хороший вопрос. Я специалист по рыбам. Ты знал, что рыбий жир отлично защищает кожу от лунных лучей летом? Но пахнет плохо. Женщин отпугивает во время окостока. Это не отвечает на мой вопрос. Да, прости. Самки вентилопы выделяют жир во время брачного периода, но больше я ничего не знаю. Юнаир наверняка сможет что-то добавить. Помни, о чем мы говорили. Иди! Сейчас начнется. Стаи убойных птиц. Только этого мне не хватало. Thank you.
господи, вонь какая! У меня сейчас... очень нужным.
проблемы с узловой даокой в Бидае? Нужно, чтобы она заработала как можно скорее. Я отмечу место у тебя на карте. Аванпост видно из поселения. Ядро даоки наверняка там. Я доверяю твоей чуйке, Лихас. Гляну, что там такое. Миленько тут у вас. Да я вижу не здешних краев. Так что дальше мне следует сказать, добро пожаловать в Бидаю. Я Марзо. Ты прибыл отведать нашего знаменитого лампы? Вообще-то мне на работе пить не положено. А то пойду крошить пришельцев и промахнусь. Крошить пришельцев? Да, понятно. Ты за этим сюда явился? Тебе бы для начала нарастить мышцы. Иди попаси бомбаров, я не знаю. Спаси нас от погибели. Так мне ваши йоды велели. Подозреваю, это значит, что я должен вас избавить от захватчиков. Выстрел за выстрелом. Что-что, а стрелять я умею. И времени мне на это не жалко. Если ты хочешь отправиться в поход, я не стану тебе мешать. Только моего сына Мирка не вмешивай. Он-то был бы только рад, но он мне нужен здесь. Что у вас происходит с пришельцами? Их буровые станции, будь они прокляты, переполошили грандаров. Это большая проблема. Трудно развозить грузы, когда доставщиков то съедают, то давят в лепешку. Еще немного, и я перестану укладываться в график. Расскажи мне про Залиба. Он Шамас Саппы. Примечательный тип. Учредил там вентилопский клуб. Расскажи мне про Мирко. Мой сын. Очень умный. Ты не сильно любишь грандаров, верно? Ты еще не сталкивался с этими проклятущими червями? Да. Насколько они опасны? По сравнению с чем? Накаарской чумой? Горстью бугота в паху? Дурья башка, они еще как опасны. Грандары — это... Что такое бомбар? Это наш основной источник мяса. А еще, по милости грандаров, это тип... Буровые станции, базы... Не знаю. Эти сволочи обнаружили в земле что-то ценное и теперь пытаются извлечь. Ты волевой парень. Мне это нравится. У меня как раз готова партия. Сопроводишь ее в Саппу? Один малый залив заказал эти бочки еще сотни циклов назад. Но я не могу найти храбреца, который взялся бы за доставку. Храбрец. Это мне нравится. По рукам. Превосходно. Ты готов выезжать? Проклятые бомбары! Лезут под ноги! Пошел отсюда! Уйди! Кыш, я сказал! Привет! Ты с моим Твонха говоришь? Нет, я... Слушай! Азак, у меня срочная доставка! Уведи их с дороги! Пытаюсь! Но что-то выбило этих бомбаров из себя! От меня помощи не жди! Это твоя работа! Эй! Вы слышали, что Талан сказал? Давайте сюда! Пропустите лампы! Ну же! Не туда! Сюда! Не разворачиваться! Оглохли! Сколько можно вас ждать? Уйдите с дороги! Кыш! Может, ты хоть что-нибудь сделаешь? Что? Азак, меня топчут! Останови их! А? Не могу! Это же бомбары! Как их вообще заставишь? Он ушел? Ой-ой!
жрала! Я тебе врежу. Будет больно. Thank you.
тут у вас всем заправляет? Я Хирон, вождь Бедаи. Но тебя ввели в заблуждение, чужак. Лампы ничем не заправляют. Его принято пить безо всяких добавок и холодным, как снег, Паланы. Кто ты? Я Катер Слейд. Мне сказали, вашей деревне нужна помощь. Как у вас вообще тут дела? Глоток холодного лампы сглаживает острые края. Могло быть и хуже, могло быть и лучше. Слова истинного политика. Я собираюсь закрыть эти буровые станции. Тебе... Если вчера... Что-то я не пойму. Да, помоги нам остановить. Чем славится деревня? С какой планеты ты свалил? А почему в других деревнях лампы не варят? У нас особенная вода. Так вы что, и воду тоже продаете? Продавать воду? Как в... Да, логично. Где мне искать пришельцев? За пределами поселения. Значит, деревне ничего не угрожает? Не совсем так. Буровы... Ты знаешь почему? Я язык, который продаю... Что такое Гарандар? Всепожирающая тварь, которая живет у нас под землей. Ясно, понятно. Смотри под ноги. Гарандары терпеть не могут вкус ламп. Это хорошо. Пусть вернет стадо в Бедаю. Я сейчас занят. Что за вопросы? Насчет бомбаров. Послушай, я пытаюсь восстановить свою сущность, а слав... А если серьезно? Это лучший напиток по... Выходит, вождишь ты только после обеда? Нет. В конце концов, я вождь. Ты вождь или торговец вообще? Моя задача... Хочу купить немного лампы. Лампы? Славно! Поможешь мне? Заркины, это не по моей... Прошу прощения за... Я виню во всем Альфу Гарандару. Ты... Отличная мысль. Что? Ладно. Спроси Марзу. Себе... Ладно, вождь, до встречи. Всего хорошего. Пацан. Срочный выпуск новостей! Я не пацан. Я взрослый. Точно! Значит, только с глазами беда. А что бурят пришельцы? Ну, у меня есть гипотеза, но я не могу ее проверить, потому что к этим станциям... Предположим, я захочу... Рискнуть задницей? И с какой стати мне... Моя гипотеза, чувак! Так что у тебя там за гипотеза? Не хочу шокировать тебя раньше времени. Что тебе известно о Гарандарах? Ну? А можно сразу... Они как я. Их не понимают. Они ни разу не нападали на деревню? Нет. И я вы... Как ты об этом... Чувак, я же говорю. Не считай... Да уж, на... Что ты можешь... Ну, они не трогают нашу деревню, что... Чем ты занимаешься? Ну, видишь ли, по идее, мне бы сейчас надо быть в... Теперь, когда до ока... Университет закрылся. Не пыли? Я не... Сейчас начнется.
Целую дивизию собрали. Сюда.
Сейчас начнется. Ничего себе! Thank you.
не туда. Не зли меня, птица. Аромат. Силовое поле. Я пас. Привет. Мир каз... Я этот белый ка... Ух ты! Твоя... Гравитация... Я знаю, что так... Ладно, слушай внимательно, потому что сейчас... Откуда тебе все это известно? Я проч... Ты сказал... Нет... Надрис... Я проводил... С Гарандарами то же сам... Погоди, зачем мне приз... Когда он дрессированный, с ним уже драться не надо. А ведь может сработать. Я уже обрисовал все в свитке. Видишь?
Ну стрелять-то ты умеешь? Я смотрю. Я кружку. Должен быть. Это правда. Гарундов. Ничего смешного. Торг. Ага. Где мне из... Они растут на дереве. До встречи. Ты знаешь, где... Ты пришел к Торге за исцелением? По-моему, мне нужен шамас. Да заживят йоды твои раны. Мирко сказал, ты больше не страдаешь от... Нет, сэ? Правда? Ну, наполовину дело в храбрость. А на... Лампы. Сколько же... О, да. Я пил снова. Что произошло? Мне померещилось, будто я парю в... Да ладно. Полагаю, меня спасло лампы. Это не просто теория. Я... Напомни. Без проблем. Я собираю... Как бы ты опи... Занятный вопрос. Напоминает мне... Что ты может... А, юный Мирко. Мир тебе, Торга. И мне? Готар! С того еле иду. Привет, ковбой. Я не знаю, кто такие ковы, зато знаю... Привет, Азак. И... Что ты делаешь? Вожу их по пастбищам, кормлю их, чтобы они... Похоже, у тебя... Ничего. Расскажи мне про Кыш. Кыш, Твонхана, который... А... Да он... Да... Дум... Я правду говорю. С чего... Возьмите гуй. Что ты знаешь о Гарандарах? Я знаю, что в гробу их... Ты боишься? Нельзя бояться того. Ты видел? Я в тех краях не бываю. Чем ты заним? Веду стадо бон. У тебя... Можно сказать... Неужели? Заводить их обратно в... Итак? Это не так. Хочешь что? С теориями у меня не... Тогда назовем это эксп... Будьте... Ищ... А... Как... Короче... Знаете, это так... Попробуй.
очень пушистый. Мне это...